Буханцев, 9-й Сергей Шевкунов, 7-й Валентин Михайлов, а Герман Черевань открывает счет в матче, поражая ворота Руслана Белецкого. 1-0. Герман Черевань, голкипер Сити. Финальную форму набрал бразилец из крыльев советов вместе с Лукао. Они творят чудеса какие-то невероятные. Сейчас удар великолепнейший удается второму номеру крыльев. Восхитительно пробил. Последние секунды второго периода сейчас. Последняя атака, собственно говоря, крыльев. Удар через себя, штанга и гол! Лукао! Вот это бисиклета, друзья! От штанги мяч влетает в ворота Элмонта на последней секунде второго периода. Бразилец Лукао выходит в лидеры бомбардирской гонки чемпионата России. 6-й мяч. Что там у нас с прогнозами? Один из пользователей может ошибиться. 9 очков Дельта не наберет, если не выиграть в основное время у Сити. Паулиньо! Паулиньо 6-5! Просто фантастика! Поймал мяч на подъем и в дальний угол. Притирку со штангой. Паулиньо! Судя по всему, в одном номере. Льоранс Гомес, ой-ой-ой, какой гол, Дмитрий Шишин не дает мне договорить и сравнивает счет в матче. 6-й номер Кристалла, ну просто в своих лучших традициях Дмитрий Шишин кладет мяч в самую девятку ворот Локомотива. Кристалл, конечно, поражает вот этими своими умениями,